Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 2.4 выполнить первоначальную настройку устройства. Разблокируем наш телефон. Далее выбираем язык. Русский, нажимаем «Начнем». Вставляем сим-карту, если нет, нажимаем «Пропустить». Далее подключаемся к Wi-Fi. К сожалению, наш телефон не особо хочет, как я вижу, подключаться к Wi-Fi. Ни к одному, ни к второму. Давайте еще раз это проверим. Если же не подключится, то настроим офлайн. Не подключается. Ладно, тогда нажимаем «Настроить офлайн». Нажимаем «Далее». Из-за того, что мы настраиваем офлайн, мы должны выбрать правильное время. Соглашаемся с сервисами Google, нажимаем «Принять». Можем добавить отпечаток пальца, можем добавить разблокировку с помощью лица. Давайте добавим пароль. И нажимаем «Начнем». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!